Приветствую вас, дорогие друзья! Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и нажать колокольчик, а мы начинаем! Актриса Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в связи с резким ухудшением состояния. По некоторым данным, артистка находится в крайне тяжелом состоянии. Российская актриса, звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Известно, что более 2 недель назад артистка начала проходить лечение в Польше, однако положительных результатов это не принесло. По некоторым данным, Заворотнюк диагностировали рак, но официальные представители актрисы эту информацию не подтверждают. По словам концертного директора артистки Стаса Христова, в скором времени Анастасия Заворотнюк даст большое интервью, в рамках которого расскажет о своем самочувствии и развеет все слухи. Напомним, что предположения об онкологическом заболевании актрисы стали появляться в средствах массовой информации после публикации журнала «Тайны звезд». Автор материала предположил, что рак мог быть спровоцирован гормональной терапией, на которую Заворотнюк решилась, чтобы снова стать мамой. Официального подтверждения этой информации до сих пор нет. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк и подписывайтесь. До встречи!